Пробежать дистанцию и подстрелить кабана. Биатлон для охотников прошел в Шатурском районе. На старт вышли 8 команд из Шатурского, Воскресенского и Раменского районов. За соревнованием наблюдала наша съемочная группа. 3, 2, 1. Пошел. Вместо беговых лыж промысловые, винтовку заменяет охотничье ружье. На старте профессиональные охотники. Впереди 2 километра трассы и 4 огневых рубежа. Попасть нужно в мишень – кабана. За каждый промах – штраф плюс 30 секунд к результату. К выходу на старт каждый охотник готовится по-разному. Пока одни разминаются, другие слушают напутствие друзей. Владимир Краюшкин тщательно смазывает лыжи. В охотничьем многоборье, как и в профессиональном спорте, счет идет на секунды. Правильная подготовка спортинвентаря – половина успеха, говорит опытный охотник. Вот эта часть, значит, парафинами на скольжение, вот эта часть тоже. А в середине, вот здесь, это чтобы они не отдавали назад. Это на трене, колодка так называемая. Да. Вот сейчас трем, чтобы не скользили они. Для Сергея Шипова бег на широких лыжах – дело привычное. Работая егерем, он по несколько раз в неделю совершает 5-километровые забеги по лесу. Но здесь главная скорость. В результате 2 километра прошел за 16 минут. Да и с меткостью проблем не было. 3 пули из 4 попали в цель. Пока вот дыхание восстановишь. Ружье, ствол ходит из лева вправо, вверх, вниз. Никак не поймаешь мишень. Ну, есть сложности. Ну, зато интересно. Вечные соперники – это охотники из Шатурского и Воскресенского районов. Одни сильны в стрельбе, другие – в беге на лыжах. Не раз были случаи, что от кубка команды отделяли считанные секунды. Наши соседи лучших своих стрелков и лыжников сюда прислали. Мы будем с ними бороться. Они обещают отнять у нас кубок за первое место. Обещание сдержали. Кубок достался сборной Воскресенска. Команда Шатурского района на 2-м месте. А бронза у раменских охотников. В личном зачете лучший результат у Алексея Герасимова из победившей команды. По его словам, никакого секрета нет. Все в регулярных тренировках. На озере Белом у себя, по кругу, накатался лыжню и ночью гремел там, людей пугал, бегал ночью, тренировался. Ну, было бы желание, и вот она победа. Расслабляться охотникам не стоит. Буквально через 2 месяца их ждут новые состязания. В мае пройдет первенство по стендовой стрельбе. Дмитрий Кутепов, Ирина Кириллина и Евгений Макалкин. Новости 360.